Кем? Никого? Нет. Эритроциты красного цвета благодаря высокому содержанию гемоглобина. Переносят по кровеносной системе кислород и диоксид углерода. Может, здесь кто-то есть? Простите, а может... Золотистый стафилококк – бактерия, обитающая на коже и в порах. В случае проникновения через рану может вызвать кожные инфекции, отравления и другие заболевания. В который раз одно и то же. Лейкоцит. Основная работа – уничтожать бактерии, вирусы и другие патогены, которые проникли из раны. Клетка такие. Убивают клетки, пораженные вирусами, и раковые клетки. Танцевальная битва! Я это сделаю! И тут понеслось! Кто такие? Молодцы. Способная к диакибезу одноядерная клетка. Составляет 7% от всех лейкоцитов. Как и другие иммунные клетки, участвует в защите всего тела. Разновидность лейкоцита захватывает и уничтожает инородные тела и бактерии, ищет антигены и другие цели иммунной системы. Также занимается уборкой останков погибших клеток и бактерий. Закрывают рану и останавливают кровотечение. Любовь!